Фотогалерея дня, новая подборка фирменных обоев Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. На этой неделе компания Samsung представила линейку флагманских смартфон Samsung Galaxy S10, которая поступит в продажу на территории Китая ограниченной партией уже 25 февраля. Первые фирменные обои Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ появились в сети сразу же после анонса. Теперь же известный сетевой информатор, известный под ником Ice Universe, опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter подборку новых фирменных обоев Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые выглядят еще более необычно. На территории России продажи смартфонов начнутся 8 марта этого года.